Может, и сходим. А куда тебе ходить? Да мне плохо, что надо же разминать. Ну да. Короче, смотри, есть чай с молоком, есть кофе. А ну, все равно. А? Все равно. Давай мне. Это что? Я не знаю, честно. Вместо сахара, что ли? А, ну может для диабетчиков. И для диетчиков? Ну да, и для диетчиков. Смотрю калорийность, что так пишет. Ну подсолнечники уж точно. А, ну 131. Нормально, да. Ела нормально. Кто-то там купался, да? Ну хули в тулам. Еле идут. Что завтра он будет на ютубе. Да. Вот ты какой коварный. Видно было? А я не знаю, не обратила внимания. Ну, по идее, должно она что-то еще вот так делала, видишь? Сейчас скоро. Вот так вот нажраться. С тобой опасно пить. Почему? А потом будешь на YouTube выкладывать. У тебя-то не буду. Секурить каких-нибудь, почему бы нет. Русские красавицы прошли. Ну, вон еще, наверное, одни. Ну, мы сейчас сходим к морю, да? Ну да, они тебе нормально точно. Ну, доковыляю, ты мне если что поможешь. Да нет, я нормально. Ты не куришь, да? Трезвый. Нет, конечно. Да? Трезвый не куришь, да? Понятно. Зимостоком, Даша. Я не вижу ничего. А, ну вон, да. Еще бы стрипс захуярило, вообще бы, блядь, разорвал бы весь интернет. Надо было ее тут что-нибудь махнуть, а ну да, знак вот, подать. Ну, да. Ну, девушка, давайте, давайте. Все отлично. Пиздец, а я скуриваю, наверное, больше двух пачек в день. Что-то не замечаю, походу да. Ну, у нас папа так, еще и Максим красный какой-нибудь. Ну, блядь. Ну я-то однозначно скоро брошу, потому что... А все так говорят, брошу. Да как все? Я же бросал уже. Ну бросала, что вернулся тогда? Ну, прости, а сейчас брошу уже все. Я уже понимаю, что это будет все. Да просто это начнет меня бесить, придется. Ну как, это не так уж, конечно, и страшно, но, блядь. Тем более сейчас в спортзал ходит.